Сегодня дети дают концерт для пожилых людей. Прошу внимания. Вот в этом здании. Ветер свободный гуляет.
утро шелись, и на юг полетели далекие. Лишь остался один, на поляне бродить одинокий. Он кричал им во сне: помогите, пожалуйста, братцы, больше сил моих нет, мне бы мочи на воздух подняться. Он кричал им во сне: помогите, пожалуйста, братцы, больше сил моих нет, нету мочи на воздух подняться. Опустились они, помогая усталому братцу, хоть и знали о том, что до цели труднее добраться. И опять поднялась журавлей быстрокрылая стая. Они, братцы, своего прихватили с собой, улетая. Вот и в жизни порой, отставая от стаи крылатой, хоть и помним о том, что законы о дружбе так святы, но бывает судьба, начинает шутить, насмехаться, и друзья обойдут, и никто не поможет подняться. Но бывает судьба, начинает шутить, насмехаться, и друзья обойдут, и никто не поможет подняться. Но бывает судьба, начинает шутить, насмехаться, и друзья обойдут, и никто не поможет подняться. Но бывает судьба, начинает шутить, насмехаться, и друзья обойдут, и никто не поможет подняться. Ансамбль «Каприз». Не спешим мы на тот свет, вот как женщина поет, что как яблоня цветет. Когда женщина поет, то как яблоня цветет. Для вас поет Валентина Лачкова. Малая деревня за горой, мы туда поедем, милый мой. Никогда не будем ссориться с тобой, потому что все печали за горой. За плачевной церкви нас с тобой венчали, перед Богом и перед людьми. Похвалам обиды, похвалам печали, всех согласен на любви. Ну да, по-мужски разрушу, рядышком с тобой я посижу. Никого к тебе я не пущу, ты бросишь меня, и я прощу.
Thank you.
пути, умолю дорожкой. Я приду к вам по сети, умолю дорожкой. Ой, тетеньки, и рука.